Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Сталкер. Зов Припяти с дополнением Мизери. Норд. Я почему-то думал, что последняя серия, которая получилась очень забагованная, будет последней. Потому что меня уже подзадолбал этот их хардкор местный, который ничем не обоснован. И баги, и вылеты, и вся остальная дрянь. Но решил записать еще эту серию. Эта серия будет заключительной. Я немножко побегал, немножко пофармился. Нафармил на экзоскелет. Пока что не улучшенный. И на шлем неплохой. Это всего лишь пару походов вот сюда, вот на вышку. Потому что вот там вот внизу, как вы видели, я только что убил бандита. Там обычно обитаются бандиты и наемники. Их очень легко убивать оттуда, тем более с оптикой. С хорошей винтовкой. И лута у них нормального тоже валом. Поэтому это было несложно. К тому же я сходил вот сюда вот, наверх. Там поубивал наемников по такой же тактике. Сдалека, по два, по три выстрела в голову с точного оружия и все. На этом ихние песни закончились. Я насобирал порядка 200 тысяч. Да, 200 тысяч. И вот накупил себе снаряги. Сейчас хочу пойти в другой лагерь наемников. Там тоже набраться лута. Выйти я не могу спринтовать. Это потому, что я в экзоскелете. Но может потому, что он еще не улучшенный пока что. Это не так важно. Мне бег не нужен. Теперь я могу ловить больше 20 патронов в тушку. Поэтому все нормально. Главное, чтобы не было хедшотов. Все остальное дрянь. Так, фрезы никуда не делись, как вы видите. Хотя я установил фикс-патч, который исправляет немножко еще игру. Хорошо, что хоть что-то они исправляют, правда не знаю что. Это уже и не важно. Так, тут как-то бы поаккуратнее обойти это все дело. Потому что эта аномалия, она имеет пси-воздействие. А пси-воздействие убивает моментально. Хуже, чем кровотечение. Так, сохранимся. Да, тут оно уже не действует, это прекрасно. Как вы видите, ребята тут набегались. Так, забираем ваши стволы. Неплохо вы так жили, я посмотрю. Так, а где тут еще один браток был? Наверное, где-то здесь. Нет? Неужели земля забрала беднягу? Печаль, беда. Очень жалко. Ладно, тогда продам то, что есть. И, наверное, двинусь сразу вот сюда, вот в лагерь наемников. Встретимся уже, наверное, там. Итак, мы на позиции. Сохраняемся. Вижу одного. Я не надеюсь даже победить их всех с первой попытки, с первого дубля, так сказать. Ну-ка, это получится. Тогда вы это и увидите. Так, сразу же спустился. В голову я ему не попал, к сожалению.
Оптика у меня еще довольно-таки херовая. Так что давайте вместо Галила поставим. Он вернулся? Ладно. Мертв. Мертв. Так, хорошо. Можно потихоньку приближаться. Хотя приближаться здесь, в открытой местности, это довольно-таки херовая идея. Но все-таки. По-другому я их никак не достану. Так. Кусты. Дело твое, табак, парнишка. Так, тут больше никого. Видите, как они по позициям-то моим работают старым? Просто великолепно. Интеллекта и правда докрутили. Врагам в сталкере. Ой, блядь, ёб твою мать, вы видели, он с гранаты попал. Да, чувак, ты шикарен. Да, не прошло, как видите, с первого дубля не получилось. Сейчас попробую со второго. Так, продолжаем. Игра по традиции вылетела. Но это все очень предсказуемо. Потому что этот мод, он не умеет работать стабильно. Нахер такие приколы, короче. Вот, вижу. Вижу. Касатик. И он меня видит. Что самое херово. Так, у этого дела табак. Блять, спалился. Сохраняемся и отходим. Немножко в сторону. Не фризуй, падла. Так, прекрасно. Еще одно сохранение. Воу, воу, не надо. А, суки, полегче. Так, я отсюда, походу, уже не выберусь. Ага. Вон он.
Твою мать. Это псевдогигант. Это псевдогигант. Прикиньте, они запинали псевдогиганта. Не фризуй. Есть. Есть. Сохраняемся. Я вас, сучки, выпотрошу. Есть. Патроны постепенно уходят. Надеюсь, что он мертв. Да, он мертв. Индикатор его не отображает. Поэтому все шикарно. И этот тоже мертв. Сколько их там, мать их? Надеюсь, это все. Так, давайте поедим. Врагов не видно. Но не видно, это не значит, что их нет. Так. По трупам. Вроде бы ничего. Хорошо. Вот так вот и зачищается, собственно, наемнический лагерь. Для того, чтобы вам там навариться, вам придется с собой взять такой препарат, как Геркулес. Он выглядит как бутылочка. Сейчас я просто пропленчу, посмотрю, нет ли никого. Так, ну вроде одни трупаки. Но у меня это показалось. Меня этот псевдогигант шокировал. Такого я не ожидал. Что ж. Так вот, смотрите. О, полегче. Так. Вам нужен вот такой вот препарат. То есть, он значительно увеличивает переносимый вами вес. Вы накидаете пушек, которые они себе взяли, выпейте его и помаслаете к Скадовску. Сейчас я этим и займусь, в принципе. Это уже дальше рутина. Я вам только сейчас покажу, где лежат у них инструменты. Так вот, смотрите, заходим в здание. Хорошо, что хоть фрезы эти прошли. Заходим в здание. Батарейки. Пожалуй, возьму. Они мне пригодятся. Так, вот, проходим на задний двор. И вот... простите, что? Не понял. Вот сейчас я не понял. Где, мать их, инструменты?
Блять, это не смешно, реально. Я ж сюда и шел только ради инструментов. Ну, ребята, ну не будьте вы ублюдками. Может, здесь что это такое? Охотничий набор, блядь. О, таблетка против радиации. Позволяет пережить выброс. То есть, когда начинается выброс, вы ее активируете. Ну, это осталось с оригинального сталкера. Блять, ну это все херово, очень херово. Если тут нету инструментов, то дело мое табак. Оно потеряно и проиграно полностью. Я и шел сюда ради инструментов для грубой работы, а их тут нихера нет. Сейчас еще полажу по карманам и тогда включусь. Простите меня, это либо баг игры, либо мой фейл. Ну, вы поняли, где они лежат. Сейчас полажу по карманам еще, у них посмотрю. Прикиньте, ничего, они настолько убогие, что у них не нашлось даже 5 коробки с инструментами. Я облутал их всех, обходил еще раз все там, пережил нападение псевдособак. И, блядь, понял, что этот поход был, ну, почти зазря. Я набил инвентарь оружием, так как надо набил. Это будет стоить все около, не знаю, 40-50 тысяч. Если мне повезет, то до 70 дойду, куплю себе нормальную винтовку. По крайней мере, я показал вам, как зачищать нужно этот наемничий лагерь. Всем спасибо, с вами был Марс. Всем пока, до новых видео. Все, музыкальная пауза.